Друзья, привет! У нас сегодня будет очень интересное видео про наши необычные ткани. И это пленка ТПУ. Хотим вам рассказать, что это такое и что из нее можно сшить. Не забудьте подписаться на наш канал, а также поставить лайк на это видео и включить уведомления, чтобы не пропустить новые обзоры. Пленка ТПУ – это пленка из термопластичного полиуретана. Она пластичная, упругая и немного тянется. В зависимости от того, какой принт нанесен на этой пленке, она может просвечивать, либо совершенно не просвечивать. Эта пленка не дубеет на холоде, поэтому из нее можно шить дождевики, сумки или даже зонты. Если на улице пойдет дождь, то она 100% защитит вас от дождя. Капли легко скатываются с нее. А раз эта пленка не пропускает воду, то у нее может быть еще очень интересное назначение. Знаете какое? Шторка для душа. А еще такую пленку раньше использовали в качестве скатерти для стола. Она хорошо будет защищать поверхность, если у вас стол из дерева или из стекла. Да и вообще сейчас очень модно шить разные необычные изделия, поэтому эта пленка может послужить вам экстравагантным плащом. Пишите в комментариях, для каких изделий, как вам кажется, она может подойти и для чего вы бы ее применили. Потому что нам кажется, что эта пленка просто универсальная. А вот прозрачный вариант этой пленки. И как раз таки вот этот вариант мы видим в качестве идеальной шторки для душа. И мы подготовили для вас специальную скидку 25%. Смотрите скорее в описании под видео. Ширина данных тканей 140 см, страна производства Турция. И в составе здесь 100% полиуретан. Как вам такой необычный материал? Знали о нем? Если нет, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. У нас много разных обзоров.